Всем привет, друзья! Вы на канале Future Time. Не так давно компания Ecovax представила Dibot N20 Pro Plus. Новаторский моющий робот-пылесос, оснащенный первой в линейке компании док-станцией без мешка, с функцией автоматической очистки и оснащенный встроенной технологией Osmo Pro 2.0, которая при влажной уборке пола выдает до 480 вибраций в минуту. Сегодня будет максимально полезный выпуск про интересный робот-пылесос. Будет крайне интересно. Все подробно протестируем. Поехали! Циклонная технология на станции. Станции Dibot N20 Pro Plus Auto Empty используется новая технология Pure Cyclone от Ecovax, которая включает двухступенчатый процесс сепарации и многоконусную конструкцию. Ecovax утверждает, что технология минимизирует потери всасывания и продлевает срок службы двигателей и, конечно же, фильтров. Технология такого всасывания пылесоса стала стандартом в отрасли после ее внедрения компании Dyson вертикальные, а далее уже беспроводные пылесосы. С тех пор было принято многими брендами. Недавно эта технология также распространилась на роботы-пылесосы с выпуском таких моделей, как Eurek E10S, а теперь и Ecovax Dibot N20 Pro Plus. Мусорный контейнер без мешка. Отражая конструкцию многих вертикальных и беспроводных циклонных пылесосов, станция Auto Empty Station пылесоса Dibot N20 Pro Plus оснащена безмешковым, не требующим расходных материалов, контейнером для пыли, что на самом деле очень удобно. Эта устойчивая конструкция устраняет необходимость в сменных мешках для пыли, что снижает затраты на воздействие на окружающую среду. Функция легкого очищения и прозрачный контейнер упрощают обслуживание и также обеспечивают своевременную утилизацию мусора. Это просто очень удобно. Мощность всасывания и возможность мытья полов N20 Pro Plus оснащен силой всасывания 8000 паскаль, разработанной для удаления различных типов мусора, включая грязь и шерсть домашних животных, как с ковров, так и с твердых полов. Интеллектуальная система мытья полов Osmo Pro 2.0 Vibration Mopping System используется как частотные вибрации для удаления стойких пятен, а также в комплект входит резервуар для воды объемом 180 мл, который поддерживает постоянную влажность для эффективного мытья полов. Дополнительные возможности. Робот-пылесос N20 Pro Plus включает в себя несколько функций, направленных на улучшение пользовательского опыта. Его технология Zero Tangle Anti-Tangle предотвращает запутывание шерсти вокруг основной щетки, что полезно для домов, например, с домашними животными. Система интеллектуального планирования пути True Mapping использует лазерное радарное сканирование для более точной навигации. Устройство обеспечивает до 300 минут работы на одном заряде, охватывая площадь до целых 550 квадратных метров. Также есть и фирменное приложение на Android и iPhone. Приложение Ecovax Home позволяет пользователям настраивать параметры уборки, такие как регулировка мощности всасывания и расхода воды, а также предлагает различные режимы уборки для разных нужд. Робот также поддерживает голосовое управление через голосовые ассистенты.
Заключение. EcoVax Daybot N20 Pro Plus сочетает в себе такие передовые функции, как док-станция без мешка для сбора пыли, надежную мощность всасывания и интеллектуальные возможности мытья полов. Благодаря длительному времени работы и удобному управлению он представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет эффективный и не требующий особого обслуживания автоматизированных пылесос. К тому же, такой пылесос стоит всего лишь 40 тысяч рублей. А с учетом скидки для наших подписчиков и того менее. Так что все ссылки на проверенного продавца я оставляю внизу. Рекомендую взгляд для тех, кто себя рассматривает действительно хороший робот-пылесос с современным приложением и, конечно же, с эффективной мощностью всасывания и с новыми технологиями уже 2024 года. Все ссылки оставляю в описании. Ну а с вами был канал Future Time. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то обязательно поставьте лайки. И мы выпустим еще один видеоролик уже про другой товар. Спасибо за просмотр. Удачи, пока.